Фракция КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании выступает против ограничений, связанных с использованием QR-кодов. Мы считаем эти меры чрезмерными и неэффективными. QR-код не ограждает нас от массового заражения, зато вызывает социальное напряжение. Забирают у людей свободу и права. Кто-то остается даже без средств существования. В Алтайском крае граждане уже столкнулись с этим. Это повлекло резкое увеличение количества обращений граждан, чьи права нарушены. В обществе зреет массовое недовольство, вызванное разделением людей на привитых и непривитых. Негативным образом введение QR-кодов отражается на малом и среднем бизнесе. Тысячи людей рискуют остаться без работы. Наш регион давно ощутил пагубное влияние оптимизации медицины. Здравоохранение страдает от недофинансирования, от нехватки кадров и от сворачивания плановой медпомощи. Неудивительно, что люди перестали доверять свое здоровье государству. Игнорирование проблем здравоохранения пагубно сказывается на кампании по вакцинации. Государство должно вернуть доверие обществу. Однако это невозможно сделать путем введения QR-кодов или принуждения к вакцинации. Власть должна вести открытый диалог и выдавать правдивую информацию. Должен быть индивидуальный подход к каждому гражданину, проходящему вакцинацию. Мы, депутаты КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании, обращаемся к парламентам всех регионов страны с призывом не поддерживать законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и некоторых видов транспорта.